Приветики, мои дорогие. Недавно пришел заказ от Эйвона. Хотела бы вам его показать. С чего начнем? Давайте начнем с духишек. Я себе заказала духи. Вот такие вот. Получается, они двусторонние. То есть открываются они также с двух сторон. И тут идет сочетание свежего и цветочного аромата. Блин, я в каталоге, скажу честно, когда понюхала пробничек вот этот, вот, он мне как бы понравился, но не настолько, когда я реально вот получила их. Это вообще просто бомбовый аромат. Вот была бы такая возможность, я вам дала бы понюхать, вот серьезно. Так, их я заказала за 1400 рублей. Очень классные духи. Я вам советую именно для людей, которые любят цветочные свежие ароматы. Вот. Так, едем дальше. Что у нас еще есть? Ну, конечно, спрей. Без спрея мы никак. Заказала вот такой вот клубнично-шоколадный спрей. Я его, соответственно, как бы выставила на продажу. Потом как-нибудь себе тоже его обязательно возьму. То есть я как бы вот не брызгала ничего, а так нюхать запах. Запах очень реально такой сладкий. Прям, я бы сказала, приторно-сладкий. Но есть у нас любительница такого рода парфюма, так сказать. В общем, клубника и белый шоколад, лосьон спрей. Его я выставила за 100 рублей на продажу. Так, идем дальше. Что у нас еще имеется? Матовые помадки. Вот есть вот такой вот оттенок. То есть он, знаете, тут, наверное, не очень хорошо видно. Так он... Я бы сказала, даже ближе к коричневому цвету. То есть вот такой вот светло-коричневый, так сказать. Идем дальше. Что у нас есть? Тут у нас есть ириска. Вот она, да. Пахнут они как матовые помады. То есть ничего такого особого приятного запаха, конечно, нет, но помадка как помадка. Есть еще такой вариант. Вот, он какой-то у нас тут выглядит как розовый, а на самом деле он нежно-коралловый такой цвет. Вот тут как бы более-менее в тени видно. Нежно-коралловый. Так, что еще у нас имеется? Гельки. Заказала вот романтичный райский сад. Экзотические фрукты и пион. Пожалуйста, я их выставила по 100 рублей. Тоже, конечно, соответственно, сладкий запах. Цветочный, знаете, преобладает запах именно какой-то... Именно цветка, знаете, вот пион, вот точно пион, есть такое. Так, еще есть, пожалуйста, 500 миллилитров карибская колада с ароматом кокоса и папайя. Вот такой гель для душа. Я его выставила за 160 рублей. Ну, прям, знаете, запах пинаколады коктейля, вот что-то вот такое, такого рода, но прям сладенький такой запах, приятный очень. Так, что еще? Ну, тональная основа, пожалуйста. Ее, конечно же, я показать не смогу, скорее всего. Хотя я даже не пробовала ее открывать. Нет, да, действительно. То есть цвет, он у нас бежевый. Оттенок идет бежевый. Так вот, пожалуйста, на руке сейчас я вам... мазну и покажу. Вот, то есть получается
То есть под оттенок кожи. Запаха никакого не имеет. Но приятная нежная консистенция такая. И полупрозрачный такой тон получается, легкий. То есть он не ложится толстым слоем, да? А именно вот такой полупрозрачный тонкий слой. Так, что еще? Еще один у нас есть вариант геля для душа. Это ароматерапия счастья с ароматом граната и фрезии. Пожалуйста, вот он. Тоже, конечно, запах у нас, соответственно, сладенький. Да. Похож на спрей по запаху, то есть клубничкой пахнет. А так вот написано гранат и фрезия. Чувствуется цветочный аромат. И самое мое любимое – это украшение. Я сейчас обалдела с ним. У меня есть фото на страничке. Вот, пожалуйста. Вот такое украшение. Выглядит оно, конечно, бомбически просто. Я не знаю, ты фото скидывала? Ну, то есть оно прям вообще суперское. Тем более за такую цену, я считаю. То есть идет подвесочка. Вот такой вот браслетик. Симпатичный. Чуть-чуть повернулся, да? Вот, вот, вот такой он браслетик. И сережки. Вот такие вот сережки у нас. Тоже симпатичные. Такой наборчик у нас стоит 390 рублей. Ну, если кто-то захочет заказать несколько товаров, а не по одному, то я, конечно же, сделаю скидочку. Так что обращайтесь, ребятки мои, как придет заказ, я обязательно вам покажу. Чао!